Всем здорова, это домашний канал Валерки, мы продолжаем Resident Evil 2 ремейк. И сегодня мы отправимся с вами уже втыкать вот эту пиндюлину в другую пиндюлину, чтобы уничтожить оранжерею, короче. Ну, не уничтожить, а обезопасить оранжерею. Так, давайте, у нас в принципе пока патронов всего хватает, давайте пока так вот и оставим. В комментах вы написали, что кислота хороша для лизунов. Вот этого я не знал. Вот этого я реально не знал. Так, может... А дай-ка я возьму аптечку, наверное, на всякий случай. Потому что я помню, что за Леона, когда мы играли, там вылез тиран. Там был тиран. Вот. А кто здесь вылезет, неизвестно. Поэтому... Я думаю, стоит взять аптечку. Давайте, наверное, возьмем. Давайте вот эту возьмем. Пускай. Да, такую простенькую аптечку. Так, на всякий случай. Нам, в принципе, так херово, но я думаю, должно все как-то прокатить. Окей, так, куда там пихать? Куда пихнуть? Погоди, а куда пихать? Не здесь. Не здесь. О, здравствуй. Здравствуй, мордастый. Подержи. Так, вспыхнет, сгорит, не сгорит. Давайте еще раз. Добивной. Теперь точно, наверное. Вау, 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 вау. Окей, с них... Жалко... О, ножик. Отлично. Мой ножик. Еще пока... Да... куда потащила? Куда ты его потащила? Зачем он тебе нужен? Он же горелый и воняет. И так. Можно было, в принципе, обойти вокруг, но я почему-то решил идти не вокруг. Так, окей, ладно, давай пихнем. Идет выдача раствора. Подумаешь, что же сорняки разрослись. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения предварительного разрешения. Ваши действия задокументированы, и против вас могут быть применены дисциплинарные меры. Дисциплинарные меры. Окей. Какие там меры? Что за меры? Так, в принципе, здесь, по идее, не должно больше уже никого появиться. Надо только тупо забрать, короче... Опять кряхтят, что ли? А, это мотыльки. Мотыльки пускай. Мотыльки пускай кряхтят. Так, отлично. Смотри, там... Ага. Там трупишник, по-любому зомбак. Окей. А ты что, встанешь? По идее, не должен встать. Смотри, у него просто... Торчат. Торчат щупальца. Ты... Ну началось, ну зачем ты так делаешь, зачем? Так, электронный чип, отлично, можно будет прокачать. Станешь? Нет. Ну, в принципе, он, смотри, не гнилой. Он нормальный. Он оттуда вылез тогда, когда играли за Леона, тиран. Кто, интересно, вылезет сейчас или никто не вылезет? А, ну понятно.
У нас всего одна. Всего одна. Короче, надо валить. Надо валить отсюда. Иначе будет жопа. Будет жопа. Воу, 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 ты откуда ты взялся, дебил? Воу. Твою мать. Нахер пошел? Откуда он взялся там? Здесь-то по-любому никого не должно быть. Откуда он там взялся? Как он там родился? Так, ладно, допустим, у нас чип. У нас готовый ID-браслет, старший персонал. Все четко, все четко, все отлично. Здесь. Почта Байрон. Погоди. Не здесь, что ли? А, он туда. Не тот компьютер. А, погоди. А куда? Здесь же тоже надо было... Чего-то не хватало, нет? Или все четко? А, блин, я все прочитал и... Блин, я перелистнул все и прочитал, короче, я пропустил. Ну, что делать, ладно. Ставьте, короче, на паузу как-нибудь там и читайте, если кому интересно, потому что я затупил и, короче... Так, добудьте антивирус в западном крыле. Что мы сможем выкинуть, выбросить? Так, вот эта штука, я не знаю, нам нужна еще или нет, я вот не помню. Так, гранаты у нас кончились. Ну, то бишь... гранатометы, давай возьмем тогда кислотные, пускай будут. Прям все. Прям все берем, прям вот ни чуточки не оставляем, прям все берем. А место у нас свободно. Так, давай-ка, наверное, хранить, может. Ну что, потом возьмем, да? Так, сюда. Отлично. Отлично. Теперь можем и, в принципе, и лифтом воспользоваться, и лестницу выдвинуть. Так, вот это. Отлично. Хорошо. Нужно поскорее найти антивирус. Скорее найти антивирус. Так, погоди, А, да ладно. Да ладно. Это не работает. Окей. Хорошо. Как же тихо и спокойно без тирана-то. Просто вот. Совсем другая вот атмосфера игры. А, здесь нам все-таки нужно этот. Наверное, это штукенция, которая подачу энергии дает. Так, смотри, видеокассета из лаборатории. Где-то можно посмотреть. Я, правда, не знаю, где у нас магнитофон видео. Это сейв-руме. А, вон видеомагнитофон, я уже вижу. Я уже вижу. Так, окей. А, ну, в принципе, ящик здесь рядом. Ящик рядом, давай. Модулятор сигнала. Отлично. Так, кто там? АВС. АВС. Погоди, погоди.
О, отлично. Все. Все отлично. Или не вставил. О! Как хорошечно-то. Все, теперь можно это выбросить. Галочка появилась, все, теперь можно выбросить. Это граната, смотри. Граната, можно еще, кстати, взять гранату. У нас еще, смотри, боевой нож есть. Один. Гранату давай уберем. А боевой нож оставим. Возьмем. Армуль. Лутаем. Лутаем. Сегодня мы с тобой лутаем. Так, компьютер. Компьютер, и давай-ка посмотрим видеозапись. Сейчас должны, наверное, показать что-то снова из глаз спецназовца. Биркин. Вижу G-вирус. Заходим. Десантура. Доктор Биркин, вы пойдете с нами, без лишнего шума. По-вашему, я не знал, что вы придете? Это дело всей моей жизни. Я ничего никому не отдам. У нас приказ, доктор Биркин. Я попрошу еще один раз. Стоп, не стрелять! Что ты, мать твою, наделал? Его приказано доставить живым. Если что, это Хэнк, по-моему. Сэр, мы внутри, но у нас тут залет. Цель сопротивлялась, и ее пришлось устранить. Так, точно, сэр. Вас понял. Только образцы. Пошли отсюда. Короче, если что, кто-то из них это Хэнк, спецназовец, за которого нам предстоит еще поиграть в допках. Вот. Кто не знает. Так, окей, хранить. Захоронили. Так, дай-ка я перезаряжу лучше. Так сделаем. Окей, так. Почта Уильяма Биркина. Угу. Отправитель Джейн Дойл. При остановке исследования G. Umbrella Corporation приняла решение остановить все исследования G, проходящие в подземной лаборатории Гнездо. Финансирование этого проекта будет прекращено, а директор лаборатории Уильям Биркин уволен со своей должности. Так, спасибо за ваше письмо, доктор Биркин. Руководство выказало заинтересованность вашим эволюционирующим биооружием. Не беспокойтесь о цене. Наша компания самая обеспеченная в США. Слышал хорошие новости. G почти готов. Странно, что вы не отрапортовали об этом в исследовательскую лабораторию штаба Umbrella. Ну ладно, закрой на это глаза. Вышлите мне данные, хорошо? И не беспокойтесь, вы хорошо потрудились над G. А об остальном мы сами позаботимся. Вы подозреваетесь в нарушении контракта с Umbrella Corporation. Стало известно, что вы присвоили себе проект G и вели несанкционированные переговоры с ВС США. Пожалуйста, явитесь по повестке Следственного комитета в течение 24 часов. Короче, он присвоил всю работу своей жизни, присвоил себе. Вот. И за ним отправили группу спецназа, группу зачистки. Окей. Кстати, Гнездо, да, название Гнездо в фильме, помните, в первой части там называлась лаборатория Улей, а тут Гнездо. Там Улей, а тут Гнездо. Там чел, а тут птиц. Че? Биоректор Срум. Срум. Биоректор Срум. Так, окей, возьмем. Допустим. Синяя трава, правда? Ну, ладно. Синяя, не зеленая. Пожрать нельзя. Так, шкафчики не открыть. Смотри, там вот штучка.
За значком крест, аптечка. По любасу там должен быть спрей, но, блин, мне туда не добраться. Почему? Ё-моё! Дели. А, все. Ну, спасибо, хоть на этом. Я не помню, по-моему, во второй части или в третьей. А, ну да, вот колбы, смотри, стоят. Это производство тиранов, короче. Там вот дохера тиранов должно быть. В этих колбах это просто же должно быть. Вот сколько колб, столько тиранов. Прикинь, 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 они все вылезут. Прикинь, будет жопа такая. Вот, вот, вот все колбы, вот эти вот они пооткрываются, и оттуда повылазит тиран. Прикинь, прикинь. Е-мое. Так, стоп. Мне что-то покажется, что попахивает, короче, финалом. Поэтому надо сохраниться, я думаю, на всякий пожарный. Так. И вооружиться. По-хорошему. Чё-то мне такое вот подозрение, что реально сейчас финал будет. Так, это что? Это какая трава? Это красная трава. Пускай будет. А, можно было, блин, сохранить там. Ой, скомбинировать. О, погоди. Стоп! Нет, давай-ка, знаешь, что сделаем? А, сделаем, наверное, следующее. Скомбинируем вот так. А потом... Вот так. Да я комбинировать мостак. Отлично. Так, он как раз у нас есть для охранки места. Так, надо, короче, вооружиться. Надо все лишнее говно, короче, убрать. А, ну, вот эту вот штуку мы, наверное, оставляем. Так, аптечки, наверное, возьмем нормальные. Тогда уж. Нет, а давай-ка мы сейчас подлечимся сразу. Да нахрена мне хранить? Давай мы с тобой подлечимся. Сделаем хорошо. Что это сейчас? Что это сейчас было? Погоди. Окей. А... Надо, наверное, взять нам... ПП-ху давай уберем, потому что она много места занимает. А, возьмем, я не знаю, электропушку. Может быть, взять электропушку. А, либо... Гранаты по-любому надо взять. Где граната? Ручная граната. По любасу. Блин, херово, когда все ограничено. Я не знаю, электропушку, либо вот этот СЛР. Вот, его возьмем. Так, смешивать у нас не с чем, да? Больше пороха у нас нет. Допустим. Наверное, ну, по-любасу надо брать как минимум две аптечки. Не знаю, одно место надо, наверное, оставить на всякий пожарный. Давай-ка пока вот так вот и сохранимся. Там посмотрим, что да как. Так, а где у нас тут на что? Давай вот это. Давай вот это. Окей. В принципе, еще место есть. Еще одно место есть. Я не знаю, может световухи, флешки взять. Электропушка, я не знаю. Я не знаю. Пускай, ладно, два места будет. Там посмотрим, если убьют, то... Поменяем все, ладно. Че, большой пупок? А, погоди, здесь что-то вставлять надо? А, нет. Что в тебя? That.
О, ты посмотри. Ладно. О, да. Есть. Слава богу, антивирус. Нужно вернуться к Шерри. Так, погоди, что это? Дневник исследования. А, наблюдение за ростом эмбриона, пациент 449. После введения G-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости. Приступили к наблюдениям. С помощью медицинской команды сознание подопытного поддерживалось между 15, осознанное, ясное, и 10 ШКГ. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подопытный был уничтожен. Наблюдение за скоростью размножения. Пациент 501. G-вирус введен пациенту 501. 501 мутировал до G-формы и был перемещен в группу из 30 подопытных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подопытного, стали носителем эмбриона. Все подопытные были уничтожены. Один из подопытных не выдержал и покончил с собой. Эксперимент с резистентностью Т-вирусу. Пациенты 628-639. Мы ввели G-вирус пациенту 628, проявившему некую резистентность к Т-вирусу. Вирус затем был введен пациенту 639, с которым 628 стояли в близких отношениях. Организм 628 некоторое время сопротивлялся, но был заражен эмбрионом через 24 минуты. Резистентность к Т-вирусу не препятствует умственной деградации, вызванной G-вирусом. Окей, полезная информация. Ладно. Погнали. Сейчас начнется трэш, я думаю. Сейчас кто-то вылезет. Вот здесь вот должен кто-то вылезти. Вот стопудово. Не может быть вот так вот просто тихо, спокойно. Я же сказал. Здравствуй, говно. Дядя Биркин пришел. Опять ты урод. Уильям. Довольно. Слоту или антивирус? На херушки. Вот и надо подойти, да, потрогать его. Что это за мерзость? Это был мой муж. За таким мужем, как за каменной стеной. Это я создал G-вирус. Уильям. Нужно было убить его при первой возможности. Не знаю почему, но я просто не смогла. Он был твоим мужем. Если честно, мы гораздо больше думали о работе, чем о друг друге. Но как же Шерри? Как ты могла оставить ее одну в пылающем Ракун Сити? Я не могла позволить дочери расти в мире, где существует G-вирус. Но это не оправдывает то, что... Мам! Аннет! Я справлюсь. Прости, Уильям. Блин, я тоже хочу такую пушку, чтобы его с одного удара просто вырубало. Нет. Это я совсем справлюсь. А ты позаботься о Шерри. Ты не знаешь, с чем связываешься. Очень даже знаю. Что бы ни случилось, доведи дело до конца. Уж поверь мне, я покончу совсем здесь и сейчас. Обнаружен. Так, беги. Лаборатория изолирована от нейтрализации цели. Беги, беги. Так, я не помню, я реально не помню, как его бить. Он сейчас будет кидаться всякой дичью. Вау! Так, минус аптечка. Минус аптечка.
Ну какого хера-то? Да чтоб тебя, а! Почему ты... Ты чё не уворачиваешься, дура? Все птички! Все птички! Да, держи. Перезарядка. Опа! В глазик. Ну-ка. Еще. Оп! Ну-ка. Еще. У глаз закрыл! Это нечестно, это против правил, слышь? Погоди, 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 не кидай! Окей. Воу, все сгорелось. Воу, воу, воу. В ногу, в ногу, в ногу, в ногу. Глаз на ноге, глаз на ноге. Нога смотрит на меня. Лежи. Погоди, погоди, погоди. Не быкуй так сильно. Не быкуй. А где твои глаза? Почему она так медленно бежит-то? Почему ты так медленно бежишь-то, дура? Почему она вот так вот бежит? Как это? Ну как на прогулке, не знаю, там на утренней пробежке. Дура. Вот дура, а? Так, окей. Бегом, бегом. Вот опять она бежит еле-еле. Я не знаю, а может это из-за того, что у нее гранатомет в руках? Типа ей тяжело бежать, я не знаю. Я, короче, взял побольше аптечек. Промазал. Беги! Так, 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 так. Кто? Парещи. Трещи призраки. Да чтоб тебя, почему у тебя глаз такой живой? Да как? Ну как вот убегать-то отсюда, от него? Как? Отлично. О, промазал. Отлично. Повезло. Повезло, просто повезло. А, нет, я промазал, нет, он сейчас кинет в меня бочку. Нет, твою мать. Птичку, жуй, 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 жри. Ногу, отлично, отлично. Так, держи, держись, держись. У него на спине теперь глаз. Фу. Зацепанул-то, зацепанул-то. Пошел ты. Покажи мне свой глаз, падла. Так, отрывает, отрывает. Да куда ты в плечо-то стреляешь, дура? Присядь. Птички не помогают. За жопу. Почему ты не перезарядилась еще? Задрал. Ей богу, задрал. Да отстань от меня. Повернись ко мне спиной, это дебил, урод. Говно собачье. Ааа, я промазал. Я здесь промазал, что ли? Отрывай, отрывай бочку. Отрывай бочку и встань ко мне спиной. Молодец, умница. Умница. Где твой? Быстрее перезаряжай, ну. Патронов вообще просто. Патронов нуляк. Отлично.
Так, держи. Последний патрон, ё-моё! Воу, 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 воу! Все, ни ножа, ни топора. Гранаты. Пошли в ход. А чё ты гранату-то не... Выбери сратую гранату. Так, выбрать. Окей, погнали. О боже, о боже! Да блин! Говно, говно. Что? А чё он задымился? Ой. Куда пошел? Ты чё творишь? Мужчина, вы что творите, мужчина? Быстро. Воу, ко мне пришел. Мужчина, не надо. Падла. Воу. Да остановись ты, прекрати. Успокойся. Воу. Погоди, мне надо что-то такое скорострельное. У меня скорострельного-то ни хера нет! Граната. Жесть. А сколько в тебя стрелять-то, но? Сколько-то? Сколько в тебя стрелять, говно кус? Все, умерла что ли? Нет, живая. Я его победил. У него лопнули глаза. Это просто... Это жестко. Цель нейтрализована. Изоляция отменена. Это жесткая битва. Это просто жесткая битва. Всё, у него что-то... Нож? Да ладно. Мой нож. Ништяк. Так, погоди, давай-ка соберем тут все говно, которое осталось. Грузовой лифт готов к эксплуатации. Патроны. Типа можно его пистолетом загасить? Ну, мы просто артисты.